Вот первый карасик на танага. Попробуем еще раз. Вот вроде поклевочка. Кто-то там вроде шебуршится. Ага, хоп. Еще карасик. Может быть, не совсем классика. Что-то я еще не так делаю. Но уже два карася поймал. Погодка сегодня зверская. Плюс 10, ветрища. Ждал, ждал, когда стихнет. Но что-то как-то не очень стихает. Ну, решил спрятаться здесь опять на ручейке. Ага, кто-то жует, жует, жует. Эх ты, съели. Мелочь пузатая объедает какая-то. Уже шебуршаться. В поплавок стучат. Уже сожрали. Есть надо. Быстро это дело делать. Опа. Карасишка. Ну такой. Начинаю маленько вроде пристреливаться. Как только что-то дергаться начал, значит сразу надо уже тащить. Про подсачек надо какой-то. Что страшненько надо удочки вытаскивать. Ага. Опа! Ах ты! Убежал! Убежал карасишка! Да, надо подсачек. Страшно как-то на этой удочке тащить. Да, маленько не так, как танага. Не классика, но все равно интересно. О, клюет, клюет. Сожрали.
О, сразу. Ух ты, обманщики. Вот пискари подошли. Обманывают. Может, уклеечка. Тягают. Вот это уже там нога. Вот это уже, да. Правда, забагрил. На карася надо кусочек теста побольше. Что за тесто, что это такое? Я вам чуть позже расскажу. Ох ты! Ну ты что такое, а? То за бок, то за задницу. Карасишка. Танага рулит. Опа. Да ты что такое, а? Неправильная танага какая-то у меня. Рыбу ловлю ту, которую надо, но как-то... То за пузо, то за хвост. Эх ты, убежал. Убежал карасямба. Мелковатый для них крючок. Я ж не на карася пришел. Я ж пришел трофеев ловить. Тут караси, блин, житья не дают. Пойди всю стайку увел сейчас. Кто-то долбит. Карашки мелкие. Поводочек, наверное, у меня еще длинный здесь. Там по классике-то вообще сантиметра 3-5. Ага, кто-то клевать пытается. Ух ты! Во! Правильно, рыба пошла. Надо просто малюсенький кусочек нацеплять. И тогда будет правильно рыба клевать. А не какие-то там карасямбы. Ух ты! А вот и пискарь. Эх ты. Да что ты, блин? Неправильный танага какой-то у меня. Багрю-то за задницу ловлю. Так же не должно быть.
Ничего, это мы пристреляемся. Первая рыбалка все-таки. Да и снасть не по классике вроде. Ну, лиха беда в начало. Пристреляюсь. Ох ты! Ты, блин, да что такое-то, а? Что я не так делаю? Так, японцы как-то ловят, наверное, не так. У них как-то получается за харю, у меня как-то получается постоянно за задницу. Так, что они сюда намешали? О! У нас карасик. У нас карасик дергал, оказывается. Ага. Ух ты! Убежал карасишка. Убежал подлый карасишка. Ну, карасишка. Побольше одеваешь кусочек. Карасишка клюет. Поменьше. Правильно, это наговая рыба. Пискари, верховодки. Так, наверное, возникает закономерный вопрос, а на что же я вообще ловлю? А на что ловлю, я вам сейчас расскажу. Это такая хитрая штука. У нас здесь на такую точно никто не ловит. Значит так, это вот такое вот тесто, не тесто. Не пойми чего. Значит, что здесь у нас есть? Здесь у нас есть вот такой глютен. Эх ты, сожрал. Ладно, сейчас расскажу. Вот такой глютен. Да? Пшеничный. И вторым ингредиентом у нас является вот такая вот прикормка-насадка. Старый призрак, карась, мотыль, военные игры. Это все у нас, что это, что глютен приобреталось в магазине Старый Шаман. Ссылочки я оставлю. Ну и как видите, жрает, правда, быстро. Как видите, достаточно рабочая смесь получилась. По идее, хотел сегодня на один глютен половить. Ну, тут что-то мне втемяшилось. А дай, думаю, я пылящее в этого теста еще добавлю. Ну, глютена добавляется там где-то процентов 10 в это тесто, если ловить. А у меня здесь вообще не пойми, что такой сибирский вариант один к одному.
Ну, вроде что-то ловится. Первый раз я распечатал вообще такие насадки. Посмотри, что это такое. Это я брал вообще-то для хирабуны. Имеет вот такую вот консистенцию. Не знаю, видно, нет. Вот такой вот запах такой явно выражен, мотыльный какой-то. Ну, не знаю, карасю, наверное, нравится. Потому как поклевывают. В принципе, их можно отдельно использовать. Карась-мотыль для хирабуны. А глютен можно добавить для вязкости туда же. Или использовать отдельно как насадку. Ну, для танага мне вроде как сказали, что... Ух ты! Волокна у этого глютена достаточно большие. Ну, в смысле, длинные. Но неправда, что-то такое длинноватое. Потому что для танага там используются маленько другие. И их вроде как можно на кофемолке маленько пропустить. И получится для танага то, что надо. Но я посмотрел сейчас. Маленький кусочек одеваешь, ловится уклейка. Чуть побольше ловится карасик. Удочка у меня, не знаю, не помню, что-то 1,70 м, по-моему. В сложном состоянии 35 сантиметров. Ее я брал для танага специально. На Али заказывал. Леска у меня тут не помню какая. По-моему, 0,14, что ли. Поплавочек. Несколько бусинок. Дробинка и крючок от Фанатика. Вот для таких вещей нам необходим подсачек. Или как-то, не знаю, будем пробовать доставать. Опа. Вот такой карасишка на танагу. Эх, красота. На такую удочку это вообще здорово. Вроде такой ручеек. Ну вот так работает тесто от старого призрака. Военные игры. Карась, мотыль, глют и еще плюс глютенчик сюда. Ну, надо вот насаживать, маленько пристреляться. И сидишь так на таком маленьком ручейке, ловишь маленьких карасямбиков. Красота! Еще потеплее было бы. Ну, немножко потеплеет, с ребятней выйдем. Наделаем таких маленьких удочек им. В принципе, можно верхние пару колен с любого телескопа снять, вот и будет вам удочка для танага. Прикольная рыбалка. Вон кто-то долбит. Может, еще карасямба. Ну, говорю, вот, даже 100-граммового карасика на такой удочке. Ну, прикольно. Адреналинчик так, это так. Шебуршится где-то там в крови. Нет. Те ребят. Глютен не дает сразу слететь с крючка. Но один глютен, он как получается, как
тесто, не тесто. Вот манку, когда вымываете, вот такая канитель получается. Очень похожая. Да не похожая, в принципе, он и есть. Крючка, трудно его стянуть. И вот они его тягают там, пока не подойдет какой-нибудь карасик и не заглотит сразу весь кусочек. Попробуем сейчас вот такую вот штуку. Это от Маракю насадка. Сейчас посмотрим, как местный рыб будет отзываться на такую приманку. Это тоже что-то вроде как с мотылем. Эх ты, сажали. Ну-ка еще попробуем. Клюет. На крючочек помельче еще. Крупный крючок. Сожрали сразу. Ладно, потом будем экспериментировать. Нет, что-то я как-то не так ловлю.